Всем доброе утро, дорогие друзья. У нас время без 5:08, по-моему. Я уже сходила в садик и вчера с вечера достала рыбу. Она у меня размораживается, минтай. Состояние у меня уже лучше. Так что все нормально. Ладно, показываю, что достала и что будем готовить. Вот вчера, ребята, достала 2 пакетика минтая. Тут немного, они тут рыбы крупные, очень крупные, тут 5 штучек, вот всю сразу же и жарим. И поставила на печку сушиться ботиночки, надо уже их убрать, Мариночки уже холодно в них, они для нашей, видите, как бы вроде теплые, но для нашей зимы уже все. Мариночка пришла вчера с садика, говорит, мама, ножки замерзли. Уберу их, может, где-то во дворе. Пыталась теплым носком одеть. Они, получается, узкие и не налазят с теплым носочком. Ну, вот во дворе где-то, может, будет бегать, пока еще не сильных морозов нету. А так в садик уже ей достала другие бурочки. Пусть в тех пока ходят. А эти хорошенькие переберем на весну. Так, ребята, почистила рыбу. Вспомнила уже под последние, когда рыбки чистила, что не включила камеру. Ну вот, потом включила, показала вам, что рыбку почистила. Сейчас буду жарить и поставлю гарнир. Дети опять просят макароны. Ладно, жарим рыбку и ставим варить макарошки. Так, я сейчас буду делать муку для обжарки рыбы. Так, наверное, тарелку все-таки я другую возьму, что мне не нравится эту тарелочку. Где он у меня металлический? А вот. Вот эту все-таки тарелку возьму, она пошире и поглубже будет. Вот эту стеклянную я взяла. И пару ложек муки. Также добавим соли. Вот у кого-то у детей привычка есть сырой ложкой лезть в соль. Ругала уже неоднократно. И все равно. Сейчас перемешаем крепко и будем рыбку обжаривать с вами. Поставлю заранее сковородочку на печку. Налью туда маслица. Пусть греется, а мы пока отваляем кусочки, чтобы они у нас... Так вот каждый кусочек я обваливаю со всех сторон. И тут же оставляю, сейчас сковородка разогреется и будем жарить рыбку. Напишите все, кто любит рыбку жареную. У меня детки попросили рыбку, поэтому я готовлю рыбку. Сегодня в садике короткий день, но сегодня рано идти в садик. Надеюсь, до этого времени на сегодняшний день все успеем приготовить, кушать. Так, все, ждем, пока разогревается сковородка.
ребята, рыбку. Вот уже столько нажарила. Здесь у меня еще вот столько. Также себе чай с лимончиком сделала. Пью, сижу. Ладно, продолжаем жарить. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Ребята, продолжаю жарить рыбу. И хочу показать, что я сейчас пью от каши. Это сироп с солодки. Амброксол просто у нас последняя бутылочка осталась, а его Егорке назначили. Поэтому я его Егорке отдала, а себе сироп солодки взяла. Знаете, что я пью? Он же спиртовой. Думаю, я сейчас сопьюсь, наверное. Каждый день пью и... Короче, алкаш я. Я подтверждаю, что я бухаю. Но это, конечно, юмор, если кто понял. Ну вот, пью лекарства. Сироп солодки, тут что идет? Экстракт солодки, сахарный сироп и этиловый спирт. Аж 10 грамм. Одуреть. Ой, алкаш оказывается. Вот теперь я подтверждаю, что, ребята, я бухаю. За ваше здоровье. Начала сироп солодки пить. У меня стал кашель выходить с мокротой. Вот я по себе заметила. Но боюсь, не спится ли бы мне. Ладно, всем крепкого здоровья. А, да, ребят. Был вопрос, есть ли у меня в доме из детей кто-то левша? Нет, у меня все правши. Все правой рукой пишут. Что Катя, что Света, что Маша, что Окси, что Егор, что Илья, что Ваня. Все правой рукой пишут. Поэтому у нас в семье, слава тебе, Господи, левши нет. С левшой, ну вот у меня подруги, ребенок левша, с ними тяжело немножко. Их тяжелее учить писать, чем правшу. Ну вот у меня нету, слава тебе, Господи. Дорогие друзья, еще также спрашивают, почему Егор один не пошел в детскую поликлинику. У нас Егор в этой новой поликлинике ни разу один не был. Ну, не был он ни разу в этой поликлинике, поэтому я его повела, чтобы показать, где больница, где вход, где что. Ну, как-то так. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос. И многие удивились, Настя, откуда у тебя курточка? Это куртка моей подруги. Я просто... Зеленая мне очень большая, я надеюсь, Оля на меня не обидится. Я хочу поменяться со своей подругой этой курткой. У нее это зимний пуховик. А ей как раз на весну, на осень будет хорошо парка. Конечно, парку я тоже мечтаю, но она очень большая на мне. Так, дорогие друзья, пожарила почти всю рыбку, там остатки дожариваются, отварила просто макарошки. Дети ни с чем не хотят, просто макарошки. И, ну и там есть помидорки, да что еще поедят, салатик возьмут. А мы занимаемся у Егора в комнате ремонтом. Сейчас чуть попозже покажу, что мы там делаем. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Всем добрый день, дорогие друзья. Здесь вы видите, как девочки все сами включили камеру, чтобы показать, как они кушают, сидят без мамы. Надеюсь, вам понравится. Я сейчас включу легкую мелодию и всем желаю приятного просмотра. На этом, конечно, я сегодняшний влог завершу и начну снимать уже следующий влог. Если вам понравилось, не забывайте, пожалуйста, поставить лайки, подписаться на наш канал и написать ваши вопросы. Обязательно пишите комментарий любой, даже просто смайлик какой-нибудь отправить, мне будет очень приятно. И всем желаю крепкого здоровья, всем желаю всего самого хорошего, ну и всем пока-пока.